Всем добрый день! Сегодня будем сажать луковицы тюльпанов вместе с вами к 8 марта. Вот такие красивые луковицы мы будем сажать без кожуры. Они уже немножко проросли у нас и пустили кореньки, корешки. Видите, какие красивые. Берем большие головки, чтобы не было нигде болезней на луковице. Берем грунт. Грунт я беру для кактусов, фиалок. И добавляю пенопласт мелкий. Видите, белые. И добавляю немножко золы. Грунта ложу в горшок на 1/3 часть. Грунт потом сажу луковицы. Засыпаем землей от фиалок, торфом. Специальный грунт. Снизу он мешанный, своя земля, пенопласт. Опилочки можно немножко, пенопласта, золы немного. Засыпаем и проливаем поддончик. И одеваем мешочки. Завязываем, как вы видите. И прокалываем. Можно иголочкой, можно зубочисткой. И отправляем на 2 недели в погреб или же на балкон. Я ставлю на балконе. У меня температура плюс 5 градусов. Посадила я их 28 декабря 2020 года. Извиняюсь. И сделал эксперимент. Одно оставила под бутылкой от молока литровой, а вторую оставила в мешочке. Вот смотрите, через 2 недели, что у нас получилось. Проросли наши тюльпаны. Вот такие. Всходы отличные. У бутылочки делаем 2-3 отверстия, чтобы дышало. В пакете делаем дырочки. Вот посмотрим пакет. Корешки все хорошо растут. Влаги достаточно. Я полила только один раз, когда одевала пакет. И под бутылочку тоже один раз. Чтобы они не погнили. Влаги много не надо. Конденсат свой, и они растут прекрасно. Еще прошел месяц, и посмотрим, какие у нас они стали. Где был пакет, там они проросли быстрее, начали зацветать. А где бутылочка, знаете, им было холоднее. Садил одинаковые луковицы сорта, ранний сорт. Вот смотрите. Как вам лучше делать, и решайте. Если нужно побыстрее, чтобы они зацвели, делаем пакет
через месяц-полтора снимаем пакет, и они доращиваются открытыми. А у бутылочки снимаю просто пробочку. И они дышат и растут. Вот такие замечательные тюльпаны у меня получились. Быстро, удобно и красиво. Можно подарить подарок к дню рождения, к 8 марта, к празднику, своими руками. Если мое видео понравилось, делитесь с друзьями. И, конечно, до новых встреч на моем канале. Всем пока-пока. Всем всего доброго.